всех, и для жителей Чувашской Республики, и сегодня для коллег, которые принимали участие. Послание главы Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева всегда является стратегическим документом, стратегическим направлением. Каждый присутствующий, безусловно, находил, как его работа по итогам года и отразилась в целом на развитии нашей республики. И для меня, конечно, отрадно было, что туризм в послании Олега Алексеевича был выделен в самостоятельную отрасль. Была проведена очень хорошая динамика и увеличение количества туристов, и развитие инфраструктуры, которая сопровождает наше туристическое направление. Но и при этом важна синхронизация с нашей работой, потому что для меня было важно зафиксировать, что сегодня прозвучало, как для руководителя рабочей группы Комитета Государственной Думы по детскому туризму, что Чувашия одна из передовых регионов, которая получает федеральное финансирование и увеличивает количество детей, которые путешествуют как внутри республики, так и принимают участие в межрегиональных путешествиях. И вчера президент нашей страны Владимир Владимирович Путин как раз проводил заседание Кабинета министров именно по вопросу развития туризма. Сегодня в стране этому уделяется большое внимание, и это один из приоритетов. И тем отраднее, что Чувашия, как сердце России, достойно представлены. Мы сегодня увидели и цифры, и планы, и хорошие перспективы.